Хотела бы рассказать несколько слов про результаты, сообщаемые пациентами, и как мы их применяем в фармакогнетических исследованиях. Коллеги и слушатели, если есть вопросы к предыдущим докладчикам, задавайте, у нас есть нормально с регламентом, поэтому задавайте, и мы постараемся их, на них ответить. Итак, мой доклад. Начну с определения. Что такое результаты, сообщаемые пациентами? По данным FDA, это любой отчет о состоянии здоровья пациента, который поступает непосредственно от пациента, без интерпретации ответа от пациента, врачом или кем-либо еще. Медицинские технологии позволяют измерять физиологические или биохимические данные пациента, но они не могут предоставить всех данных о заболевании или процессе лечения. Некоторые данные можно получить только от пациента. Пациент может рассказать о многих вещах, таких как мысли, жалобы, мнения, которые не могут быть представлены ни технологией, ни любым наблюдателем, и на которые на самом деле более ценны. При некоторых заболеваниях именно качество жизни, а не выживание, является конечной целью лечения. Я ранее в том числе говорила на предыдущей секции про онкологических больных, как важно их качество жизни отслеживать, не только клинические результаты. Результаты, сообщаемые пациентами, не следует путать с результатами, ориентированными на пациента, который предполагает использование анкеты, охватывающей проблемы и опасения, характерные для пациента. Эти результаты не следует также путать с показателями опыта, сообщаемыми пациентами, которые больше ориентированы на общие впечатления пациента, а не на конкретные результаты лечения. То есть результаты, сообщаемые пациентами, находятся где-то между PCO и PREM и являются самыми, наверное, интересными с точки зрения фармакоэкономического исследования. Результаты, сообщаемые пациентами, могут быть собраны с использованием анкет, которые пациент заполняет самостоятельно или путем опроса пациентов, но только если интервьюер узнает мнение пациента и не использует ответы для профессиональной оценки или суждения о влиянии лечения на состояние пациента. Таким образом, эти результаты используются как средств сбора данных о пациенте, а не о клинических или других результатах. То есть интервьюер не спрашивает про клиническое состояние, а спрашивает именно про качество жизни пациента. Точка зрения пациентов может быть важным преимуществом в получении лечения или одобрения лекарственных препаратов. Как я ранее сказала, самое главное в результатах, сообщаемых пациентами, является их качество жизни. Качество жизни, мы можем выделить качество жизни, связанное со здоровьем, которое связано с восприятием здоровья, функциональным статусом и психосоциологическим статусом. Качество жизни можем измерять опросниками качества жизни, которые делим на те опросники, которые измеряют качество жизни, связанное со здоровьем и не связанные со здоровьем. Которые связаны со здоровьем, делим на общие специфические опросники. И как мы можем использовать результаты, сообщаемые пациентами, в том числе и качество жизни в фармакоклинических исследованиях. Как мы хорошо знаем, существует инкрементальный показатель затрат эффективности, который может быть переименован в инкрементальный показатель затрат полезности, когда мера эффективности является, например, QALY, то есть годы жизни с поправкой на их качество. Таким образом, результаты качества жизни, полезности в том числе, могут использоваться в фармакоэкономических исследованиях. И качество жизни популяции больных с сахарным диабетом. На этом слайде показано, насколько может измерение качества жизни отражаться на, именно в индексе, то есть в лечении пациента. Как вы видите, зеленым отмечена популяция, а черным отмечено качество жизни пациентов с сахарным диабетом. Также известный слайд – качество жизни, которое измеряется опросником EQ5D в разных до и после операции эндопротезированным тазобедренным суставом. Мы видим, что качество жизни растет в итоге проведения этой операции. То есть не только
отражены клинические результаты, но и также результаты, сообщаемые пациентами, и их качество жизни в вопросах подвижности, самообслуживания, повседневной деятельности, боли, дискомфорта, страха и депрессии. Что касается применения результатов, сообщаемых пациентами в разных странах. Например, в Великобритании с 2009 года все поставщики медицинских услуг, финансируемые государственной системой здравоохранения в Англии, все поставщики были обязаны предоставлять результаты, сообщаемые пациентами, по четырем плановым хирургическим процедурам. Это то же самое, что было сказано раньше про эндопротезирование тазобедренного сустава, одна из этих процедур, про которые я раньше говорила, замена коленного сустава, хирургия варикозного расширения вен и хирургия грыжи. Пациентам предлагалось заполнить анкету перед хирургической процедурой, а также через несколько дней или месяцев пациентам отправлялся опросник для последующего наблюдения. В 2013 году проанализированы эти данные и не найдено никаких оснований сокращать количество операций, которые проводятся, потому что результаты, сообщаемые пациентами, оказывались существенно лучше после проведения этих операций. А в других странах тоже применяются результаты, сообщаемые пациентами. Например, в сельской местности Индии существует большое количество больных эпилепсией, и фонд эпилепсии Индии на основании этого предоставляет бесплатную диагностику и лечение людям, которые страдают эпилепсией с 2011 года. С 2018 года этот фонд использует службу MedEngage для сбора результатов, сообщаемых пациентами от пациентов по всему штату. Пациенты используют бесплатную горячую линию, чтобы каждые 2-3 месяца сообщать о результатах, связанных с соблюдением режима лечения, наличием лекарств, частотой придатков, но также качеством жизни, связанным со здоровьем. Все результаты, сообщаемые пациентами, проанализируются, чтобы помочь оптимизировать распределение расходов, ресурсов для людей, живущих с эпилепсией в этой провинции Индии. Таким образом, вы видите, что результаты, сообщаемые пациентами, очень интересны и важны. Для фармакоэкономиста могут использовать это так применительно данного конкретного исследования фармакоэкономического, так и при принятии решений о включении или исключении какой-то медицинской технологии из финансирования, так и при решении больших государственных финансовых задач, следует ли данную технологию продолжать применять, следует ли, например, проводить операции и проводить лечение или нет. Все это использование, оно хорошо влияет на оптимизацию систем здравоохранения во всем мире. Спасибо большое, уважаемые коллеги.